Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Соколов запретил проводить корпоративы за бюджетный счет от празднования Нового года на государственные деньги. Губернатор Александр Соколов предостерег областные и муниципальные организации во время еженедельной планерки в правительстве. Также он рассказал, что было принято решение не выделять деньги и на покупку новых элементов для новогоднего оформления. Соколов поблагодарил глав муниципальных образований, которые правильно поняли посылы и не закупают к Новому году дополнительное оборудование, а также предпринимателей, которые помогают с покупкой елок, подарков и световых конструкций. Он отметил, что в первую очередь праздник должен быть сделан для детей, а, цитирую, для гламуров и излишеств для взрослых сейчас не время. Конец цитаты. Экономика. Назначен в Рио гендиректора фонда капремонта Кировской области. Им стал Лаврентий Ситников, который ранее работал ведущим консультантом отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации нацпроектов Министерства строительства, энергетики и ЖКХ региона. Свои обязанности Ситников исполняет с конца ноября. Предыдущего директора фонда капремонта Виктора Тарасова отстранили от работы в октябре, так как выяснилось, что он одновременно являлся учредителем двух управляющих компаний. В эфире «Экономика». Кировских предпринимателей приглашают поучаствовать в акции «Мой бизнес помогает». К ней уже присоединились сотрудники Кировского центра «Мой бизнес». Поддержать инициативу просят и предприниматели региона. Ее суть в том, чтобы подарить радость и новогодний подарок воспитанникам детских домов, интернатам, детям с трудной судьбой. Наполнять подарками предлагают волшебный короб, который стоит в здании центра на Динамовском проезде 4. В него можно класть не только сладости, но и игрушки, развивающие игры, канцтовары, наборы для творчества. Принимаются подарки до 20 декабря включительно. Затем их отвезут детям, а каждому благотворителю сотрудники центра расскажут, кому именно достался его подарок, и персонально поблагодарят за помощь. Все вопросы по участию в акции можно задать по телефону 410-410. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 62 рубля 18 копеек, евро 65,52. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».